ребят, у нас информация, что это здание будет захвачено сепаратистами. А никем оно не будет захвачено. А кто такие сепаратисты, ты объясни. Расскажет. Перед вами сепаратист. А у нас информация, что террористы приехали. Что мы хотим сказать? Да, я в этом городе был не раз и... Кого? Служили тут рядом, и нормально все было. Так у нас и сейчас нормально все. Так и у нас сейчас нормально. Кто вами руководит? Вы не переживайте, ничего не будет. Мы уедем, вы себе дальше будете работать. А кто вас переводит? А кто вас не пугай нас, пожалуйста, уберите. Опусти, опусти, здесь люди стоят. Опусти, по правилам, как по правилам, на 45 градусов. Опусти, пол оружия. Опусти, пол оружия. Тихо, тихо все. Дай команду своим, чтобы они с оружием не стояли. Команду пусть стволы опустят. А уберем, гляньте, он направляет ствол. Дайте команду поюшкову. Что он делает? Уберите оружие. Пустые ладошки. У вас есть устал. Можно по одному? Если информация не подтверждается, батальон Днепр. Который базирует. Днепр, почему не здесь? Да, это те, которые Днепр, да. Базируются в Подгородне, да? Какое? Тихо, тихо! Все понятно. Какое правительство? Ваше, ваше. Ваше, ваше. Ваше, это какое? Ну, ваше, да. Вы, пожалуйста, не кричите на меня. Я извиняюсь, хорошо. Ваше правительство, ваше, это какое? Вызвало ваше правительство. Кто к вам обратился? Украины. Кто обратился к вам? Конкретно. Вы назовите фамилию. Я человек подневольный. Давайте мы понимаем. А мы вольные. Скажите, кто обратился к вам конкретно? Пожалуйста, скажите. Игорь, Днепр захватил. Захватил, а взял под контроль. Подожди, защищай. Хорошо. Я могу сейчас туда зайти. Вы можете. И начальник тише! Зачем вы взорвали? Тише! Подождите! Зачем взорвали класс? Я хочу проголосовать. А кто вас встречал здесь? Кто-то продорабыл за смертных товарищей? Мы не мирные. Мы хотим за то. Мы не хотим сейчас. Хотим правильно. Мы выбирали. Извините. Мы его не выбирали. Он номинанина. Не оценил. Не пьяна. Не турчина. Он такой сказал, что... Я хочу проголосовать сейчас. С автоматами целоваться не приезжают. Простите, пожалуйста. Если я стою перед вами только с телефона, а вы стоите с автоматом, с автоматами. То какие мы можем разговаривать? Почему люди ваши не представили сразу? Почему они не сказали ничего? Они сразу забежали. Это спецподразделение Днепр. Представляться оно не обязано. Наемники. Нет, подождите. Что значит наемник? Подождите. По телевизору передали два батальона. Да вы смотрите, слушайте передачи, честно. Почему вы не смотрите, как чеченцы режут наших ребят? Где? В Славянске. А почему вы не смотрите? А что там ваши ребята делают? Людей давят танками в Славянске. Стреляют, расстреляют. Что там делают люди, которые... Православные люди. Точно так же украинцы стреляют, точно так же российские солдаты находятся на территории. Это уже доказано. Подождите, чем? Не доказано. Ну, как не доказано? Это не доказано. Если бы имелось доказательство, вы говорили бы... Красноармейцы. Кто? Ваше руководство. Какое? Кто конкретно? Я не могу. У меня есть свое начальство. А. Какое руководство? А какое руководство у нас? Так мы ж тут живем. Подождите. Ну, вы знаете ваше руководство? Подождите. Подождите. У нас есть продажа. Вы можете не кричать на Навального? А что ж такое? На похмелье? На похмелье? Я не пью, ребята, уже 17 лет. Так а что районное руководство включение дало, чтобы вы открыли? Зачем надо было ломать? Нам потом это с наших бюджета, с нашего будет восстанавливаться. Зачем это делать? Не делайте, ничего страшного не происходит. Нет, это как это вы сорвали нам референдум. Мы сорвали референдум. Понимаете, сорвали референдум. Понимаете, это право на самоопределение. Вы его нам сорвали. Какое самоопределение? Ребят, вы украинцы, либо не украинцы. Подожди, мы-то украинцы. А кто такой? Кто такой этот там Турчинов? Турчинов. Ну так все. Ну ты же им подчиняешься. Ты же им подчиняешься. Да, я подчиняюсь народу Украины. Ну, тогда вот мы как народ Украины просим, будьте любезны, освободите нас. Подождите,
Подождите, мы сами. Как народ Украины? Оружие 45 и на предохранителе. У ваших пятых, это нормально. Нет, это не нормально. Это не нормально. То есть у вас. Это не нормально. Как вы такой? Подождите. Вы объясните, кто вы такой? Вы пришли к нам, мы здесь прошли сколько лет. Значит, какого черного не сюда приехали? Взята под охрану батальона Днепр. Что еще непонятно? На основании! Основание! Мы вас просили сюда! Основание для взятия! Администрация вашего города взята под охрану батальона. А кто просил? Все. Все остальные вопросы задавайте своим руководителям. Все. Кто просил вас? Или вы сами решили это сделать? Военные, милиция, прокуратура, все там знают.